prison. 당당한 action 내 attention 이끌리다 이미 왔어대 눈 looking so cool. I got a passion for the fashion I was on the way. Now you wanna walk in my shoes. Прикольно, что они добавили эти вот движения из... Так. Танцы Китая. Вспоминайтесь, кто танцевал этот вот... Как он назывался этот трек? Трек, стиль. Вайкинг? Вок? Он так разве и назывался? Так вакинг или вок? Или это одно и то же? У меня не разделились. По-по-по. Короче. Под само звучание такое все мулинружное, типа. Оно гармони... Нет, трек классный. Мне нравится. Но подождите, оно есть в названии, но вряд ли она будет петь назад в этот стиль. Ну, возможно, но как будто это звучит немножечко не так. Ну, нелогично. Есть слово, а возможно, есть как название, как вид, жанр танца, вид танца. Может, это по-другому интерпретировать, ну, фиг знает. Как мне кажется, могу ошибаться. Поет возвращаться к вок стилю или танцы. Так, хорошо, мы начнем. Так вот, что вообще такое вок?
Есть. Блин. Где не будет понятие вок. Текст песни Back in Vogue передает это чувство 24 карата, выглядит потрясающе. Дело не в том, что я ношу, дело в том, что как я хожу, говорю хлопа-ла-рам, поскольку альбом называется Girl Has Gone Up. Ни хера, я все равно не понял, что оно, по сути-то, означает, куда он там хочет вернуться. Вот когда делаю такие двусмысленные песни, ты думаешь, блин, а что она имела в виду? Ну, опять, если как-то отталкиваться от клипа, ну, там были танцы явно, там не было никакого журнала и... Ну ладно, трек классный все равно, и трек классный, и клип классный, это вот такая, как это, опять же, мулинружная, кабарешная такая тематика, она добавляет какого-то шарма, что ли. Ну и просто вок, вакинг. Как говорится, ну и хорошо, что оно вообще у нас есть. Так. Обновляюсь. Так, сейчас секундочку еще. Все. Так. Погнали тогда по донатикам. От Love Peace к нам залетает. Ну, я такой буду впервые походу слушать, но это у нас получается трек из Лакорна Keen Porsche. А, он тут так и написано. Free Fall. Свободное падение. Что? Свободное падение? Чего? Slot Machine Rock. Вот мы сейчас и познакомимся с какие в BL драмах пишутся саундтреки. И вообще отличаются ли они от традиционных. Love Peace. Спасибочки. За как это? За потерю моей БЛ девственности. Ага, в любом его проявлении. Ну, я удивлен, что настолько хорошо, такая ракешная песня, максимально ракешная, для
мужской любви. Ладно, я скажу не так. Мужской песни, мужской саундтрек. Вот так вот. А я сейчас что сейчас сказал? Мужской песни, мужской саундтрек или что я сейчас сказал? Мужскому сериалу или мужской дружбе? Забыли? Что они имели в виду под свободным падением? Куда они там собираются окунаться? В какие? Там Джефф Сатур есть? Джефф Сатур? Это тот, кого мы слушали на «Любовь нашей матери»? По-моему, это же он, тайский. Где описание его? События даром разворачиваются вокруг простого парня Порш с фамилией Каен. Он обычный студент, имеющий проблемы с деньгами. Ну, жиза. Так, местный клуб работал на полставки, но даже этой работе он был рад. В один день, во время перекура, к нему подошел парень и попросил помощи. Так, его сбили на улице, Порш долго думал, что делать. Ясно. Помог, называется, на свою голову, а потом как завертелось все. Осуждаю сам себя за это. Нет, трек классный, сам по себе он такой рокешный. Я не думал, что они могут настолько классно делать. Короче, это в плейлист. Определенно. Все, Пеппер закончился. Да, он Джефф Сатур, там играет чувака, который не очень хорошо общается со своими... обращается со своим избранником.
поет такие хорошие песни, и вот, и вот, вот, ну, ну как так-то, ну ё-моё, ну ё-моё, нормально же это все делаем. О, ладно, Love Peace, спасибо, трек был хороший. В плейлист. Едем дальше. От Перчика. Пора знакомиться с юнитами 17. Хип-хоп юнит. И к нам залетает лайв выступление. Да. Strike on Fire. Скупс, Вону, Мингю, Вернон. Или Вернон. Вот так вот. Не то, что айдолы типа такие, ну да, коняшные роли. Да, няшные, куда няшные роли, куда наушники ушли? Ладно, давайте смотреть, что такое 17 в новых для меня формациях. Погнали. Я, короче, Анва, добавьте трек в рандом, оригинал, во-первых, во-вторых, ну, запись, конечно, шокальная максимально, ничего не слышно, но, в принципе, потенциал, я, ну, можно прикинуть, что там все хорошо, в этих образах там плохо быть, в принципе, не может, но пока что я ничего сказать не могу, то есть, к сожалению. Ничего толком не было слышно. Вот. Но тем не менее, Перчик, спасибо. Ты нам показала, куда нам нужно еще двинуться, чтобы познакомиться и посмотреть, что, в принципе, у семнашек еще есть. Вот. А что...
Все, я думал, про кого, про кого вы там в чате пишете. Да, я читал, что там получил травму, но почему лидер? У них разве лидер не Уджи? Или там их несколько? Нет. Лидер Купс. Вот что значит, еще до сих пор толком не познакомился. А, подождите. Скажите, плез. А на Бусти вышла третья серия Старшипа, да? Или нет еще? Лучший лидер вокал юнит. Короче, вышло. Блин. Короче, я ж буду снимать семнашек. Пикник. Я думал, что у меня еще есть неделя, и я не успел снять его. Так что на этой неделе без пикника. Попробую сниму его уже через неделю, короче, выложу. Я что-то я забыл вообще про них. Косяк. Ладно, ладно. Так, давайте так. Один рандом, три донатика. Потому что мы уже сидим 2 часа. И надо будет потихонечку заканчивать. Поэтому мы пойдем дальше. От Марины к нам залетает участник группы DSX. Young Кей, с его, собственно, новиночкой. Так что, Марина, благодарю. Сейчас мы будем наслаждаться каким-нибудь красивым инструменталом, каким-нибудь красивым исполнением. Young Кей. Учим правильно. Английский сенсей. Let it be summer. Он снимал клипы в Японии или где? Потому что очень именно виды такие не анимешные, кинематографичные, такие поля, там где-то вот такие плантации, красиво. Трек классный, припев вообще вот чисто такой панк-рок легенький, с таким, короче, мне нравится. I'm never need someone.
내리는 날도 사르는 바람도 꺼뜨리지 못해 낙엽이 지기 전에 아직 푸른 현재 내 안에 기억해 Never let it fade away 한평생 let it be so bad 눈물 마저 얼어 버릴 날이 와도 잊지 않게 녹여버릴 Базара ноль. Песня максимально летняя. Она хоть была и выпущена под конец лета. Ну, такие вот нотки. Лето они остаются с такими видами. Все зеленое, яркое, пестрит. Такой отдых, куда-то вот ехать. Такая музыка прям. Классно. Нет, трек классный, реально. Это в плейлист. Лето было у нас жарким, как в песне. Ну, возможно, только жарким в плане температуры. А у нас были дожди. Топ. Нравится. Едем на... Извиняюсь. Забыл сделать. Next track у нас 92. Against the Current. Так, это будет Роцк. Роцк. Надеюсь, он будет не прям тяжелый. Эта песня легендарная, чувствуется ранние нулевые. О-о-о. Ладненько. Навернем немножечко Радскешник. А он ни в каком фильме не играл. Я его где-то... Я припев знаю. Хотя ему всего лишь 2 года песни. Это вот что-то... Похожая на этот на группу Flyleaf. Что такая смесь. Не, мне нравится. Вокал хорош. Припев, все, это вот в одну калиточку залетает и вообще хорошо. Куплет такой себе. Но припев зарешал вообще все. Но трек знакомый. Припев где-то я его слышал. Концертная песня. Припев вживую должен там просто растрясывать все. Ну, это топ. Это мне в плейлист определенно залетает. Вот параллельно. Парамор, ну, может, ранние, но у них тоже не было именно по... Ну, низко у них были легкое звучание, да, даже было ранее. Ну, кстати, да, Парамор есть. Я, ну так, параллельно слежу за рок-сценой, и очень мало у нас сейчас женских, точнее, групп с женским вокалом. Такие, именно которые не на экстрим-вокал, а вот такие вот обычные роковые песни. Очень мало стало. Вот
Да, раньше были Paramore, раньше были Flyleaf. Сейчас, конечно, там уже более на экстрим вокал, там Джинджер, тот самый... забыл название группы, я молодец. Я знаю эту группу, я другой трек у них слышал. Все, я вспомнил, кто это. Да-да-да-да. Короче, нам нужно больше женского вокала в рок-музыке. Вот. Аврил Лавин? Ну не. Аврилка — это совсем поп-рок. Тут более потяжелее. Вот я думал, что какой-то саундтрек к какому-то фильму. Да, потому что припев где-то, вот как будто он где-то звучал. Ну, это плейлист. Чё, это мы любим. Такое мы любим. Так. Раз, два, три. Так, едем дальше. От Moonshine. Привет, приветики. Спасибочки. К нам залетает некая Ким Сейон с треком Top or Cliff. Я не знаю, кто она, что она, откуда она. Она с какой-то группы. Мегапродюсер. Сэджон. А, с Ким Сэ... Мой корейский пока еще not perfect. Поэтому... можно понять. Была IOI. А, ну все. Группу знаю. Название. И все, что я не, в принципе, знаю. Клип офигенный. Вот этот live performance. Она еще и актриса. Ну, в продюсе первом, да, я так и понял. Это плейлист. Это очень красиво. Я даже не знаю, что добавить. Ну, Moonshine, кланяюсь. Вот. Все. Просто пушка. Такой идеальный лирический трек. Где есть классный бит, где есть красивый вокал, который играется... очень по-разному. Ну и такая легкая хореография, которая, ну, так подчеркивает, наверное, ну, саму песню. Просто топ. Она даже подвигается и влетает в топ-2. NTT, простите, вы идете на третье место уже. А, это топ-2. Но до Сакерсов немножечко не дотянуло. Классный трек, классный. Едем дальше. От Марины нам опять залетает молодой Кей. Новинка. Вышла 5 дней назад. Угу. Nothing but. Ну, говорится, бат. Ну, бат. Хе-хе-хе.
Прикольно. 끝까지 안아줄게라는 말이 무색하게 내 품 안에서 너는 흐느끼고 있네. 괜찮아 진짜 괜찮아 우리 이러지 말자. 버텨보려고 했지만 사실은 느끼고 있었어. 이별의 시작을 점점 가까워져서 돌릴 수 없는 듯 마지막을 마주하는 건 참 못할지. Ну, это такой чисто саундтрек какой-то опять дораме. Но мне тот трек нравится больше. Тут классный припев. Вот он раскрывает именно... Как же... Сабы есть. Опять я про них забыл. Саундтрек, да. Тут такая тематика, видимо, ну, там, отношеньки, там, все... Не очень хорошо, возможно, у них. Но это в плейлист, но тот трек мне понравился больше. Фрода, не уходи. Ну, на самом деле, если он поет это по своим личным ощущениям, то это, конечно, грустно за него. Но дамочки, которые с ним это могли сделать, конечно, к вам ведь большие вопросики. Нет, трек красивый. Для такой тематики трек... Ну да, 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 да. Он ничем не перегружен. Он чисто такой... Вроде выспался, покушал, погулял. Ну, нормально должно все быть. Лирически. Все вот красивенько, выдержано. Но опять же, если он поет по своим эмоциям, переживаниям, по своему пережитому опыту. И тем более, если это второй раз,
Ну, это, конечно, печальненько. Такого никому не пожелаешь. Так, а мы идем на букву лавировали. Да, да. Так, это у нас сейчас рандом будет, да, получается, если я не ошибаюсь? У нас же был... Или нет? Стикеры готовятся и кидаются в чат. Что там уже придумали? Нормально же общались. Сенсей. Что началось-то? Ну даже если и так, то что? Бу-бу-бу-би-би-би. Если ты... Ах, что еще донат? Окей. Да, собственно, на сегодня по донатикам все. Будем потихонечку заканчивать. О, тут еще накидали. Хорошо, будем смотреть. А, так, сейчас секундочку. Мне надо перепроверить. Ага. Угу, так, сейчас. One second, please. Ага, понял. Угу. Так. И все. Одобрено. Все. Понял. Так, давненько не было у нас этого персонажа. Мегерка нас покинула и больше к нам этот товарищ не залетает, но очень давно мы знакомились с тайваньским исполнителем Марсом 23. И, собственно, Марина решила такая: не хочешь немножечко тайваньщины? Мы такие: а почему бы, собственно, и нет? Поэтому, спасибочки, сейчас мы посмотрим Марс 23 и Оузи с треком Газлайт. Пу-пу-пу. Товарищи, не привыкайте. Ну, в принципе, от Марса все, что у него было до этого, вот все в этом стиле примерно и остается. Все круто. Ну, то есть, все. Очередной его трек в плейлист. Куда я закрыл? Боже, ё-моё. Марина, спасибо. Трек, не, ну, я, правда, не до конца понял, ну, как бы, в целом понятно, о чем была песня, но есть пару вопросиков по нему. Тогда бы еще бы чуть-чуть бы навалить бы экстрим вокальчика в некоторых местах, я вообще была бы прекрасна. Вот. Но, да, пушка, гонка, самолет. И 190. Кто там хотел 187, и оно было максимально близко.
О. 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 Сколько было комментариев на Бусти про этого персонажа? Да, это же про него было. По-моему, да. Ну, собственно, давай. Boys Planet. Надеюсь, не облажаешься. Я не знаю. И я обычно говорю, что для дебюта надо, чтобы было что-то вот более... Ну вот, чтобы был какой-то был дроп. Какой-то вот, вот... И как бы тут оно все есть. Но я вот слушаю, у меня, ну, конечно, я заранее извиняюсь, но как будто это SM писали. Ну, то есть... Эти синты, это вот, опять же, привет NCT. Вот прехорус классный, где больше вот на вокал, вот он, там, вот он раскрывается, там вот более мелодичное. Куплет и припев, ну, как-то слишком... Во-первых, как-то ровно все идет, нет какого-то развития. Музыка просто вот в одном, вот просто по кругу, вот, и все. Как-то вот нет какой-то вот... Я, вот сижу, я уже слушаю только песню, и вот просто я... У меня как будто не клеится песня, вот и все. Прехорус классный. Во всем остальном, ну, как-то... Это писал Лэй. Ну, то, что он из XO и из SM, ну, нет, нет, нет. Когда там был Лэй, то... Ну, нет, нет, нет.
Если ты писал Лэй, ну, дядя, тогда у меня к тебе вопросики. Ну вот прям 50 на 50. Я не знаю. Хотя визуально хорошо и все. You're my special girl. You're the only girl that makes me fall deep in love. Could I find another like you in the world? Me there's so only mystery, mystery. 내가 좀 더 다가갈 테니. Girl, your love is all I need. Oh. You're my. Не, скорее не, чем да. Нет, не... Это вот, знаете, как помните, было у этих... Господи, как их зовут? Ой. Сборная группа ОСМ женская. Бой, как же они назывались? Напомните мне, плиз. У них еще песни новогодние выходят раз в год. Газаби, да. И там же тоже такие вот похожие звучания, повторяющиеся. И вот в последнем треке то, что было, там он был как бы длинный. Ну вот туда тоже вы пишете, что какой-то слишком он длинный. Да, есть такое ощущение, но это не так. Это обманчиво. Ну не знаю, не знаю. Нет, нет. Даже не буду его переслушивать. Что-то вот вообще не туда. Ну, возможно, на альбоме будут и другие треки, более другие, короче. Ладно, так бывает. Так. От Муншайн к нам залетает Мисамо, Фанни Валентайн, Мина Сана Момо. А, вот как Мисамо. Это из трех имен. Я надеюсь, это та самая песня, или это просто нарезка из... Там же какая-то сейчас песня у Мисамо вышла, которая прям завирусилась. Что даже кто? Дотеры, кейсеры, там чувак один выходил под ее песню. Ладненько, посмотрим. Твойс. Японские. Спасибо.
Сейчас будет максимально странная такая вот ассоциация. Я вот смотрю выступление, слушаю песню, а у меня в голове играет, ну, почему-то вот навязывает, вспоминается «I Can't Stop Me». Такой думаю, блин, «I Can't Stop Me», помню, классная была песня, до сих пор нравится. Слушаю, слушаю, и тут «Pink». Так это же были Twice. Я вот именно в плане музыки я ловлю вайбы I Can't Stop Me. Оно, конечно, совсем разное, но я почему-то вот какие-то или что-то, или звучание, или вот что. Озарение Twice. Трек охрененный. Вот такой концепт. Это что было в Red Light, Skiza, что здесь. Но для меня I Can't Stop Me — это просто вот мое первое с ними знакомство, и вот такая прям попса-попса, но которая вот понравилась. Поэтому да. Концепция победная всегда. Вот такая. Всегда. Хорошо же. Я не знаю, найду ли я сейчас. Как называлась у них трек, который у них вышел недавно? Который пошел по ТикТоку играть. Как он называется? Что-то же вот недавно у них выходило. Touch me, touch me. Да. Don't touch. Да, она. Анбу, добавьте ее в рандом. Она у меня уже со всех щелей лезет, но я ее скипаю сразу. Чтобы не заспойлерить. Хотя, в принципе, я уже припев самую суть я уже, в принципе, знаю, но надо бы еще послушать. Муншайн. Спасибо. Сегодня прям хорошо. Так.
Погнали дальше. О, JK. К нам залетает наш новый курильщик. Алкоголик. Любитель иглы. То есть забивать себе тело всякими рисунками. Который пел песню, как он 7 дней вертел кого-то на одном месте. Какой хуй. Да, это Чангук. Чангук, который пришел на ББЦ радио. Но это не я, да. С треком Let There Be Love. In the Love. Leave. Туп. Все, короче, до свидания. Не с маминой подруги. Ну да. Описание странное, но по последним новостям оно, видимо, максимально актуальное. О, Санька, здорово. Активный ребенок. Видимо, слишком активный. Так сказал бы, чересчур. Ой, что подорвал он пердаки всем. Какой молодец, а. Как будто обзываешь его. Я любя. Понятное дело, что я его не как остальные, что о, так нельзя. Да, мы прикалываемся. Мы, наоборот, малого поддерживаем как можем. Пускай что хочет, то и делает. Это его жизнь. Так, короче, погнали, лайф. Хорошо, хорошо. А чей оригинал? О, это трек Oasis? Оу. Вау. Ну, базара ноль. Oasis это, конечно... Сильно. Пришел, сделал, все. Показал, как надо красиво петь. Ну, я, конечно, не знаю оригинал, но малой, конечно, вот так аккуратненько брал нотки эти, и вот аранжировка живая, она такая прям вот... Ва-я-я. Это, конечно, да. Надо будет теперь оригинал послушать. Насколько он отличается от. Так, сейчас, секундочку. Нету. Погнали. А, так, Джеки, во-первых, спасибо. Спасибки. И погнали. Снова к нам залетает перчик. Спасибочки. Опять же, я не знаю, кто это. Чунха? Что? Написано трек-лист. Трек номер один. Stay Tonight. Lyrics by Vincenzo. Composed by Vincenzo. Arranged by Vincenzo. Piano performed by Vincenzo. Вот это. Vincenzo. Да. Чунха или Чунха. Да, это она. Stay Tonight. Не знаю, кто это. Но сейчас... А в смысле добрались? Она в какой-то была группе или она сольная, как-то известна? Коса, ну да. Бля, хочу Винченцо пересмотреть опять.
Куасано. А, тоже IOI. Сколько... Как это правильно? Сколько сольных исполнительниц вышли из IOI? Как минимум уже троих я знаю. Она классная. Сейчас мы это проверим. Спасибо. Простите, что? И у нее волосы отлетели? Это как? Это в смысле? Это как? Это же парик отлетел или что? Это, пока пауза. Это Viking Walk тоже сюда залетел. Хотя, в принципе, под... Все образы в черном, оно прям подходило хорошо. Что за прикол с волосами? Я хочу это видеть. Я пока не понимаю, как это волосы отлетели. А, хвост. Наверное, потом руки по это самое костюмерам того. За такие дела. А, трек классный. Плейлист. Стой,
Вот это вот в темноте с этими вот фигнюшками, конечно, это было красиво. Я не понимаю, про какие ноги вы говорите. Я не заметил. Сразу видно, кто на что смотрел. Нет, трек прикольный. Надо будет... Но, блин, кто такой Винченцо, который ей все написал? Кто же он такой? Анбу, накиньте в рандом что-нибудь тоже еще интересное от нее. Пускай будет. Потом как-нибудь послушаем. Там как бы трудно не заметить. Ну, вот я, видишь, не заметил. Ой. Трек классно. Так, давайте дальше закончим с донатиками. Остался один. Потом сделаем рандомчик. И все. Будем заканчивать. Как раз у нас тут мазушка такая решила. О, вы вспомнили про Сатура. Так вот же тебе его песня. А, так. Катя, подожди, а разве мы Дум-Дум? Мы ж Дум-Дум смотрели вроде. Ну, и, короче, английская версия на своей же песне. А, это в плане, что по звучанию, как это будет? А-а-а. Окей. А чё включай? Чё, зачем кричать-то сразу? Включай. Включу. Другая аранжировка. Что я сейчас ещё вспомнил ту аранжировку. Конечно, голосина у него. Да. А, так это вышло 2 недели назад. Так это новинка практически. Ну, у меня в плейлисте есть, но попадается мне редко. Поэтому я особо не помнил оригинал. Но припев такой, ну, вернули некоторые воспоминания об этом. Так, ну и, собственно, давайте теперь один финальный рандом. Сейчас, секундочку. Сейчас. Все там есть. И гитара есть, все есть. Только тут гитара прям идет на передний план. Так что не надо рассказывать мне. Не надо. Соточка. Кто же у нас будет? Ух.
Подождите, это Ханаби? Если Ханаби, то... Блин. Да. Ты дурак. Секундочку. Эксперт по Сатуру. Да? Тихо, тихо, тихо. А, то есть это не Ханаби. Окей, раз не Ханаби. Но судя по лейблу, One Key Rock, Crossfade, Crystal Lake, Cold Rain, это все тяжелые вещи. Ну, ладно. Вагамамараки. О, ясно. Вагамамараки. Rain. На душе. Pain. Falling into this falling falling.
А, не Рики, а Ракия. Богомама Ракия. Извиняюсь. Ну, слушайте, для японщины звучит не совсем по-японскому как-то. Конечно, сведение поотрывать руки к тому, кто сводил, потому что вообще инструментал так все сливается в кашу. Ну, в плане вокала вообще не по-японски. Ну, припев, о, еще этот рэпчик. Сколько еще всего не прослушано и не узнано. Это же капец. Собаки даже вон тоже такие говорят, да. Так и всего еще есть. О-о-о-о. Да я понял, все. Хорош. Да все. Такие послушные капец. О, вот.